Я приветствую вас всех в Доме Божьем. I greet everyone into the house of God. Сегодня у нас прекрасное прославление. We had great worship today. Мы видим, мы чувствуем, мы ощущаем присутствие Духа Святого на этом месте. And we sense the presence of the Holy Spirit in this place. Это потому, что когда-то в те далекие времена Господь пришел в храм. This is because one time, many years ago, as the Lord came into the temple, сегодня Он также пришел сюда и желает благословить нас. In the same way, He came today and He desires to bless us. Итак, друзья, сегодня праздник. So today we have a holiday. На Украине его и в России называют Вербное воскресенье. In Ukraine and Russia. Его называют Вербное воскресенье. Здесь в Америке его называют Пальмовое воскресенье. In America, this holiday is called Palm Sunday. Ну, друзья, просто я возьму несколько времени для того, чтобы мы с вами могли понять, что это не просто, ну, какая-то история или какая-то притча. So I will take a few moments to explain that this is not just some kind of story, but it's a proverb. Это реальная история в жизни Иисуса Христа. This is a true story of a life in Jesus Christ. Я хочу сказать или дать нам понять о том, что вот этот праздник Вербное воскресенье – это часть этого большого праздника Пасхи. I would like us to all understand that this holiday, Palm Sunday, it's a big part of Easter. Буквально через 4 дня после того, как Иисус Христос въезжал в Иерусалим, Он был взят, об этом говорил брат Павел у нас. 4 days after Jesus Christ entered Jerusalem. И в пятницу его распнут, а уже в воскресенье Он воскреснет. And then on Friday they crucified Him, and on Sunday He would rise. А сегодня случилось то, что пророк Захария говорит. Это Захария 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости щер Сиона, торжествуй щер Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Сегодня Иисус Христос, мы празднуем, Он въезжал в Иерусалим. So today is what we celebrate when Jesus Christ entered into Jerusalem. Где-то за 2-3 недели до этого Иисус еще находился в Галилее. About 2-3 weeks before this, Jesus Christ was still in Galilee. И там Он начал говорить ученикам, что мы пойдем в Иерусалим, и я там буду распят. And that is where He was telling His disciples that we will go to Jerusalem, and that is where I will be crucified. Ученики очень хорошо понимали, что они идут в Иерусалим, но они никак не могли понять, почему Он будет взят и предан, и будет убит. And the disciples, they understood why He was going to go there, but He didn't understand how He would be killed. И это не укладывалось в их голове, они просто это, как бы мы видим в Писании, они просто этого не слышали. They couldn't comprehend this and they just couldn't hear about this. Дальше, еще ближе уже к этому дню, Он берет троих учеников, это Иакова, Петра и Иоанна, и восходит с ними на гору Преображения, где Он преобразился, и явились там два мужа, Моисей и Илия. And then a few more days before that, He brings His three disciples with Him. После этого, после того, как они сошли с горы, они отправляются в Иерусалим. After they all went down from the hill, they all returned back to Jerusalem. В Евангелии это вот все вот это вот действие называется восхождение Иисуса Христа в Иерусалим. Так и писано, и начали восходить в Иерусалим. So what this is all called in the Bible is when they were leaving to Jerusalem. Представьте себе, что эта территория, где Иисус начал свое путешествие в Иерусалим, она где-то находилась за 3-4 часа, если ехать машиной, нормальной машиной по хорошей дороге. So imagine that this journey began, maybe it would take 3-4 hours on a car. И это, ну, как вы считаете, какое это может быть расстояние? So what kind of distance do you think this could be? Кто мне скажет, вот, сколько это может быть? Who can tell me? Сколько? 270 миль. That's about 270 miles. 3-4. Там нет так много, но кто-то быстро ездит. 270 миль за 4 часа, это быстровато. Давайте мы не будем там где-то далеко Санта-Барбару брать. Я скажу, вот Сан-Франциско в Сакраменто нужно so было let's пройти not think about Иисуса Христа пешком. Santa Barbara, for example. Let's say San Francisco. What if we had to walk there? По дороге Он останавливается за Иорданом, и где-то это где-то один день пешком, если двигаться из Иордана в сторону Иерусалима на расстоянии где-то одного дня пути. And during his journey, he made a stop. И там Он учит людей притчами, Он там рассказывает им о своем распятии, также говорит. And that is where He was teaching people His proverbs. He would tell them stories.
И это то место, где он рассказывает о том, что он будет распят, и это как раз то время и то место, где ученики начинают спорить, кто будет больше, кто будет заместителем, или кто будет премьер-министром, или заместителем президента, или заместителем царя. Вот они как раз в это время там спорят. So that is when they all decided to have their discussion about who's going to be what. Но Иисус сказал, да не будет между вами так. А кто хочет быть между вами большим, да будет слугою. Вот эти вот слова, вот этот вот принцип Иисуса Христа, нам нужно в него очень внимательно всмотреться. Кто хочет быть больше? So these words of Jesus Christ, we need to look at them. Who wants to be more, he will be the slave. Кто хочет быть первым, сначала должен стать последним. Who wants to be first, he must become last. Кто хочет быть первым, должен стать сначала рабом. Who wants to be first, they must become a slave. И где-то уже в пятницу, потому что в субботу Иисус, евреи не путешествовали, и где-то уже в пятницу Иисус Христос отправляется и восходит в Иерусалим. Дорога пошла очень резко в гору. So, somewhere around Friday, their journey continues to Jerusalem, they're going up to the hill. Они проходят через город, так называемый Иерихон. So they go through another city and... Это то место, где как раз в это время Лука пишет, что как раз в это время Иисус Христос исцелил слепого Вартимея. And that is exactly the city and that time when Jesus Christ, he healed a blind man. Я почему нам это все рассказываю? Потому что столько много сделать в столь короткое время, это просто невероятное усилие совершал Господь для того, чтобы сделать то, что Он должен был сделать. And the reason that I'm telling you all this is because He has done so much in such a short period of time. Как я уже говорил, в этот день где-то Господь исцеляет вот этого слепого Вартимея, если читать Евангелие от Марка, если читать Евангелие от Луки, то в этот же день Господь встретился и с Закхеем, это тот мытарь, которого Господь в этот же день спас его и его всю семью. So as I already told you, that was the same day that he healed the blind man, and then as you read in Luke, and then as you read in Mark, he also healed another family. К вечеру они прибыли к дому Лазаря, это, если вы помните, Мария и Марфа, они жили в этом доме. And in the evening they already came to the house of Lazarus where Mary and Martha lived. Там они остановились переночевать, и Мария, одна из сестер, она взяла драгоценное масло и вылила его на ноги Иисусу. That is where they stayed the night, and the sister Martha, that's where she took her precious oils and she poured it on Jesus' feet. И дальше там говорится о том, что она вытирала ноги Иисуса волосами своими. And then over there it also says that she wiped his feet with her hair. Иуда говорит, какая трата большая, лучше бы это масло взять, продать, и где-то продать его, и были бы деньги для того, чтобы раздать нищим. And Judas said, what a waste, you can just sell that oil and then give the money to the poor. Однозначно, Писание свидетельствует о том, что это он не делал, потому что он так сильно любил нищих. Он это делал, потому что любил деньги. In the scripture, it makes us understand that he didn't do it because he loved the poor so much, he did it because he loved the money. Благословенная Мария, для того, чтобы нам представить, что она сделала для Господа в это время, нам нужно с вами взять город Рино и пешком через горы, почти без обуви, прийти в город Сакраменто, жарко, когда лето, когда очень жарко, и практически без нормальной обуви, не по фривей, а по какой-нибудь такой, знаете, trail, где люди ходят, и тогда мы сможем понять, что сделала Мария. So the only way we will be able to understand what Mary did was if we walk barefoot in the desert from Reno to Sacramento without freeways, just through the valleys, that's similar to what she did. Она взяла вот это вот масло и вылила его на ноги Иисуса, которые были потресканы от этой ходьбы, они кровь из них текла. So she took that oil to pour onto his feet, which were cracked, there was blood coming from it. И она совершила это благословенное дело ради Иисуса, потому что она его любила. And she fulfilled this great deed because she loved Jesus so much. Далее мы видим восхождение, сам процесс восхождения, сам праздник, который мы сегодня, в общем-то, празднуем. Это то, что Иисус отправляется в Иерусалим из этого города. So the actual holiday that we're celebrating today is Jesus's entrance into Jerusalem. Друзья, обратите внимание, что пройдя очень большое расстояние пешком, почему-то где-то какое-то расстояние, может быть, километр, может быть, еще и меньше, Иисус решает, что Он будет ехать на осле. Friends, pay attention to this, that He's going, if He's going to be going through a long journey, if He'll be on a camel.
Он берет, он говорит двум своим ученикам, пойдите в близлежащее селение, надо понимать, что это было в Вифагия, если читать это Евангелие от Матфея. He told two of his disciples to go to Bethany. Там вы найдете ослицу и молодого осленка и приведите его ко мне. There you will find the animals and bring them to me. И когда они так и сделали, когда они привели осленка к Иисусу, то ученики положили свои одежды на него и посадили на него Иисуса. When they brought the animal to him, they brought him to Jesus and they... They put Jesus on him. They put Jesus on. Другие же ученики резали ветви деревьев, которые, надо понимать, что это пальмы, и ложили эти ветви на дороге, одежды свои ложили на дороге и восклицали «Осанна сыну Давидову». The other disciples, they cut the branches of palm trees and they set it on the road. К ним подключились дети, и это была достаточно огромная толпа людей, которая двигалась в сторону Иерусалима. And then children joined them, so there was a pretty large crowd. Для того, чтобы мы понимали, что происходит в Иерусалиме на праздник Пасхи, как раз в эти дни, первый день после субботы, очень большое количество людей двигалось в сторону Иерусалима. In order for us to understand what is going on, we need to see that a large crowd was traveling to Jerusalem. Евреи должны были прийти на праздник Пасхи в Иерусалим поклониться Господу. The Jews were supposed to come to Jerusalem on Easter to worship the Lord. Вы могли понять, что это приблизительно значит. Это вот если бы у нас есть город Roseville. So for you to understand what this is like, so if we take Roseville, for example. Весь город Сакраменто должен посетить вот этот вот город в течение 4-5 дней. And the entire city of Sacramento must visit that Roseville in about 5 days. Историки говорят, миллионы людей двигаются в сторону Иерусалима. And historians say that millions of people are moving towards Jerusalem. Каждый из них хочет прийти в храм поклониться Господу. Every single one of them wants to come into the temple to worship the Lord, to bring their offering. В это время Иисус двигается с этой огромной толпой людей, и все они кричат: «Осанна сыну Давидову». And at this time, as the whole crowd is moving Jesus among them, they're all yelling, «Hosanna, the son of David». Благословен грядущий во имя Господне. Мало того, Иоанн пишет, что люди из города выходили навстречу Иисусу Христу и приветствовали его. And then John writes that people that were walking from the other city, they also greeted him. Иисус приходит в Иерусалим. И написано, весь город пришел в движение. So Jesus comes to Jerusalem. Все говорили, кто это? И те, которые, другие люди, которые уже знали, говорят, это Иисус, это пророк из Галилеи, пришел в город, это тот, который творит чудеса, исцеляет больных. So people are wondering who he is, and everyone is saying, this is Jesus who heals the sick. Но помимо того, что шествие было очень огромным, оно было достаточно мирным. И нигде история не упоминает о том, чтобы или Ирод, или Пилат, или еще кто-то, они очень сильно взволновались и начали какие-то предпринимать армию, какой-то солдат посылать. Этого не было. So even though it was considerably a long journey, it wasn't that bad. They didn't need to bring an army. В конце концов, Иисус приходит в храм. And finally, Jesus comes to the temple. И я буду читать из Евангелия от Матфея 21 главы с 12 стиха. Вообще, сегодня мы будем обращать наше внимание, это Евангелие от Матфея 21 глава. Today we will be mainly paying attention to Matthew 21. В Евангелии от Луки 19 глава, Luke 19. В Евангелии от Иоанна 12 глава. И написано так, что Иисус Христос вошел в храм Божий. So it says that Jesus Christ came into the temple of God. И выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. So he drove out all who were buying and selling there and overturned the tables. И дальше написано, что он всех выгнал продающих и покупающих тоже выгнал. И таким образом он совершил очищение храма. So he cleansed the temple. Поэтому этот праздник иногда называется праздником очищения. So that's why this celebration is also called the cleansing. И когда Иисус Христос выгнал этих всех торговцев из храма, то написано дальше, что приступили к нему слепые и хромые, и он исцелил их. So when Jesus Christ cleansed all of the others, the blind and the sick turned to him. И там же он сказал завистливым первосвященникам то, о чем говорил Виктор, что если они умолкнут, это дети,
то камні запіють. So and over there it said that if they will be quiet, then these rocks will rejoice. Это, друзья, я рассказал так очень быстро, вкратце о том, чтобы мы понимали, что происходило в эти дни, что происходит вообще в эти праздничные дни, как это все случилось. So the reason why I'm giving this background is for you to understand what happened during those days. Но я хочу сказать или напомнить еще раз, говорить о том, что христианские праздники — это не просто вспоминание каких-то событий, это не дата в календаре просто, или это что-то такое, фан какой-то. Нет. So I just like to remind you that Christian holidays, they're not just some kind of history celebration or just a fun event. Христианские праздники — это когда мы смотрим в своё сердце, и вот то, что происходило вот в жизни Иисуса, оно каким-то образом должно отобразиться в нашем сердце, и мы должны увидеть наше состояние нашего сердца, потому что этот праздник нам напоминает об этом или другом. What Christian holidays are is when we reflect over our lives and see what Jesus Christ has done. Итак, друзья, как вы думаете, какая сегодня тема сегодняшней проповеди должна быть? So friends, what do you think today's topic should be about? Кто скажет мне? What can you tell me? Конечно же, я думаю, ну, вербное воскресенье — это самое надежное. Of course, Palm Sunday was probably the safest bet. Друзья мои, но тема темой. Но я хочу спросить, что сегодня Дух Святой хочет сказать в твое и в мое сердце? Friends, I can say that a topic is a topic, but what does the Holy Spirit want to say in your heart? Чтобы это не было просто вспоминанием праздника. So it's not just going to be a remembrance of a holiday. Но этим праздником, в сегодняшнем служении, Дух Святой чему-то хочет научить нас сегодня. But with this holiday, Jesus Christ, the Holy Spirit, they want to teach us something today. Я хочу сказать, чтобы это не было просто в принципе, Дух Святой чего-то хочет научить нас. Хочет научить тебя и меня сегодня. It's not just something general that he wants us to teach us. There is something he wants to teach us today. И тема сегодняшней проповеди моя будет очищение сердца. And the topic of today's sermon is the cleansing of the heart. Потому что дело, собственно, и не в празднике, а дело в том, что Господь хочет, чтобы твое и мое сердце, оно было чистым. The point is not in the holiday, but the point is that Jesus Christ wants our hearts to be clean. Потому что если этого не совершится, Господь ничего не может делать в твоей и моей жизни. Because if this is not fulfilled, then Jesus Christ cannot do anything in your life or my life. Господь, Он не может войти в твое и мое сердце, если там Ему нет места. The Lord cannot enter into your heart if there's no room for Him. Господь не может совершить чудо в твоей жизни, если там нет места. The Lord cannot fulfill miracles in your life if there's no room for Him. Господь не может использовать тебя, если в твоем сердце нету места для Него. The Lord cannot use you if your heart does not have room for Him. И сегодня мы с вами, я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели, почему нам необходимо очищение. And today I want us to look over why it is necessary to be cleansed. Что подлежит очищению. And what belongs to cleansing. И как происходит очищение. And how cleansing is done. И мы будем читать из того же самого места, это Евангелие от Матфея, 21 глава, 12-14 стих. And we'll be reading from Matthew 12. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы именовщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, и приступили к нему в храме слепые и хромые». И Он исцелил их. Еще раз, это Матфея 21 глава, 12-14 стих. That's Matthew 21:14. Почему нам необходимо очищение? Why is cleansing necessary? Первое. First of all. Очищение нам необходимо для того, чтобы Иисус мог иметь место в нашем сердце. Cleansing is necessary so Jesus Christ can have room in our heart. В Луки 9 глава 58 стих Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет места, где преклонить голову». Иисусу Христу нужно место, и Он ищет его в твоем сердце. Jesus Christ needs room, and He's looking for it in your heart. В нашем сердце может быть много чего, но в нашем сердце должно быть место для Иисуса. We can have a lot of things in our heart, but in our heart there must be room for Jesus Christ. Друзья, запомните, в нашем сердце должно быть место для Иисуса. Friends, remember that in our heart there needs to be room for Jesus Christ. Господь создал человека таким каким-то образом, что в сердце человека всегда есть желание искания Бога. The Lord created the human being to always have a desire to seek the Lord. Но человек — это такое существо, которое научился каким-то образом вот это вот желание искания Бога каким-то образом притуплять или уменьшать, или вообще убирать из своего сердца. But a human is a creation that has this ability to diminish that desire. Мы часто люди в
тому числі і християни, способні, як апостол Павло говорить, замінити істину Божу ложью. We as people, including Christians, we can substitute God's truth. І цю фразу апостол Павло використовував для описання ідолопоклонства. And this is a place that he used to talk about the Pharisees. Это когда-то что-то земное, не имеющее отношения к душе, к духу, оно занимает место моего Господа в моем сердце. This is when something worldly, it takes place of the Lord in your heart. Друзья мои, идолопоклонство случается в жизни христиан. Friends, this happens in the lives of Christians. Это бывает. It does happen. Я буду говорить много сегодня об очищении, но я как пастор, я имею вот это вот ведение или откровение от Господа сказать, что нам необходимо очищение. And we will be talking about a lot of things today, but I as a pastor need to address that it's important to be cleansed. Но каждый из нас, я лично сам знаю то, в чем мне нужно, от чего мне нужно избавиться, и что нужно совершить в моем очищении, в моем для моего Господа. And every single one of us knows personally what needs to be cleansed and changed in their hearts. Мы имеем время для всего, для бизнеса, для работы, для детей немножко меньше времени у нас. We have time for everything, for our businesses, works, we have a little bit less time for our children. Мы приходим домой, и все в голове еще продолжает, вот я сказал, вот если бы я так сказал, бизнес пошел бы лучше, и тяжело уснуть. Оно все вращается в голове моей. We come home and we question if we did this one way it would have been better or the other. Кроме всего прочего, я еще включаю Facebook, посмотреть, что там происходит. And then after that, I still go on Facebook and check what's going on over there. Кто-то включает Instagram, фотографии туда отправляет или Someone's принимает. Someone's posting их. Pictures on Instagram. А где место для Господа? But where's the room for God? Я понимаю, когда Писание учит нас о десятине. I understand that when the scripture teaches us about the tenth offering, здесь включается также и то, что мы должны отдавать десятину своего времени для Господа также. A tenth of our time is also included in this. Минимум десятину своего времени для Господа. As a minimum to give 10% of our time for the Lord. И хочу я сказать вам, что время, которое проведено в Доме Божьем, не считается. And I'd like to let you know that the time that you spend in the house of God does not count. Мы желаем, чтобы Господь совершал что-то в моей жизни, и поверьте мне, не может случиться. Я читаю Инстаграм или Фейсбук, и вдруг происходит чудо в моей жизни. Так не бывает. And so we desire something for God to change in our life, but believe me, it's not going to happen while you're on Instagram. Чудо произойдет только тогда, когда в моем сердце Господь. A miracle will only happen when Jesus Christ is in your heart. Когда для него есть место в моем сердце, тогда может произойти что-то в моей жизни. When there is room for him in my heart, that's when something can change in my life. Второе, очищение нам необходимо для того, чтобы было место для поклонения и место для молитвы. Second of all, cleansing is needed so we will have space for worship and praise. Если в моем сердце нету места для Господа, молитвы просто не будет. If there is no room for the Lord in my heart, there will be absolutely no prayer. Поклонения не будет. There will be no worship. Не зависит от того, сколько брат Александр, пастор Александр будет здесь призывать нас к поклонению, к молитве. Если в моем сердце нет Господа, его нет. Disregarding how hard Pastor Alex tries to bring us to worship, if the Lord is not in my heart, it's not going to happen. Для того, чтобы случилась молитва в моем сердце, там должен быть Господь. In order for prayer to happen in my heart, the Lord must be there. Сердце должно быть чистым. The heart must be clean. Сердце чистое сотвори во мне. Create a clean heart in me. Господь, сердце чистое сотвори во мне. The Lord, create a pure heart in me. Действительно, это только Господь может очистить мое сердце, но мое желание должно здесь быть. And indeed, only the Lord can cleanse my heart, but my desire is needed in this. Что происходило в этот день в том месте? Однажды самарянка спрашивает Иисуса, где должно поклоняться? Вы помните эту историю? So do you remember a story when a Samaritan asked the Lord, where do we need to worship? Иисус говорит, приходит время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине.
And then he answers that there will come a time when they will be worshiping in their spirit and in truth. В історії человечества було таке время, і воно було дуже длинним, це время, коли для того, щоб поклонитися Господу, нужно було прийти в Єрусалимський храм. And there was a time in history when in order to worship the Lord, you must come to the temple in Jerusalem. Для того, щоб поклонитися Богу Авраама, Ісака, Якова, істинному Богу, нужно було прийти, независимо, де ти живеш, в Римі, в Росії, в Германії, в Англії, в Америці, тебе нужно було прийти в Єрусалим для того, щоб поклонитися Господу. So yes, in order to worship the God, disregarding where you lived, you must have had come to Jerusalem, to the temple to worship. Язычники, которые также понимали, что это единственный истинный Господь, тоже приходили в Иерусалим для поклонения. And others also, they understood that when they need to worship God, they would come to the temple to worship the Lord. И для того, чтобы вы поняли, что там происходило, я хочу вам чуть-чуть рассказать, как был устроен храм. And in order for you to understand what was going on, you need to understand how the temple was set up. Первое, там было святое святых. First of all, there was a Holy of Holies. Это место, куда один раз в году, единственный раз в году, и только первосвященник мог войти для того, чтобы совершить там жертву. It was a place where only once a year, only the priest can go in there and fulfill a prayer. Это даже было не жертва, это окропление он должен был там совершить. It wasn't even a sacrifice, but... Дальше у них был двор священников, куда священники могли входить и приносить там жертвы. Там стоял жертвенник один и второй. And then they had a yard where the priests can come over there and have an offering. Простые люди, мужчины, женщины, они не имели права заходить в то место, где только священники заходили. So regular men, women, they did not have the right to enter into that courtyard. Дальше у них был так называемый двор мужчин. And then they had a court for men. Помните, когда-то у нас было, те, кто с Украины, когда-то было, ну, здесь сестры сидели справа, мужчины слева всегда. So you from Ukraine, do you remember there was a time when the sisters would sit here and the brothers would sit here? Двор мужчин, двор женщин. So there would be a court of men and a court of women. Что-то подобное было в Иерусалиме. Something similar was in Jerusalem. После того, как все эти дворы, они отгораживались друг от друга забором, и были ворота. В каждый двор можно было войти только через ворота. And all of these courts, they were guarded by a fence. Когда женщина приходила, они останавливались во дворе женщин. Дальше они не имели права зайти. So when a woman would enter, she would remain in a court of the women, and she would not have the right to go anywhere else. Но ни в один из этих дворов не мог войти ни один язычник. Мужчина, женщина, не имеет значения. But none of the Pharisees had the right to enter into any of these courts. Для них any of the был... Gentiles. Gentiles, exactly. Для них был построен так называемый двор язычников. Это там, где они имели возможность поклониться Господу. Specifically for the Gentiles, there was a court only for them. И язычники для того, чтобы поклониться, он мог прийти в этот двор и там поклониться. And in order for them to worship, they would only enter into their Gentile court. И как раз в этом дворе и происходила вся эта торговля. Не в женском, не в мужском дворе, а именно во дворе язычников. So only in the courts of the Gentiles is where there was all the trade going on. Not in the women's, not in the men's, only in theirs. И когда этот язычник совершил путешествие, в течение месяца он добирался до Иерусалима, он приходит, а во дворе язычников-то нету места, где склониться перед Господом. So when this Gentile came, he saw there were so many people, there was no room to bow down before the Lord. Для того, чтобы вы могли понимать, о чем я говорю, вот если представьте себе, вот там на дверях, где вот стоит пастор Виктор, и там на дверях стояло вход только американцам, славянам, только в холле молиться. So if you see where Pastor Victor is standing, it would have been similar to only Americans can go there and Russian speaking can go there. И я как, ну, христианин, у меня есть просто желание прийти в дом молитвы и поклониться Господу. Я прихожу, я читаю, написано там: под страхом смерти сюда русские не заходят или украинцы. So I, as a Christian worshiper, my desire is just to come and worship. Ну, but I don't come in and say, this is only for the Americans, then you can enter, or only for the Russians. И у меня остается единственный шанс помолиться там в холле. And then I only have a chance to pray in the hallway. Но я хочу склонить колени, но в холле всего. But там продают. I want to книги. Bow down my knees, but in the hall, all they're doing is selling. Там фотографии. There's photos there. Там что-то разговаривают. Там еще какие-то дела. И все. И там просто нет места, куда There's some chit-chat. There's so much going on. There's just absolutely no room to bow down.
Это то, что случилось в Иерусалиме, когда пришел туда Иисус. That's exactly what happened in Jerusalem when Jesus Christ came. Язычник пришел, и ему негде помолиться. The Gentile came and there's no room for him to pray. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов, говорит Господь. So the Lord says, my house will be a house of prayer for all nations. До тех пор, пока мое сердце не будет очищено, в нем нету места для молитвы. Там негде преклонить голову. Until my heart is cleansed, there is no room for me to bow down and pray. Пока из сердца не уйдет нечистота, мы не можем молиться искренне Господу. Until we don't have a clean heart, we cannot pray to the Lord. Мы слышим, постоянно слышим обвинения снова и снова, что вот церкви так и так и так. И отчасти это справедливо. And we constantly hear things that churches one way or another, sometimes that's fine. Пастыря не такие, те не такие, эти не такие и так дальше. Мы все это постоянно слышим, это справедливо. We constantly hear these complaints, something's wrong, that's not right. Друзья мои, если в церкви у нас с вами, потому что мы желаем, чтобы в церковь приходили люди и поклонялись Господу, это мое желание, я думаю, это ваше желание. Пока в нашем сердце, пока в нашей церкви не будет очищения, until we won't have cleansing in our hearts, не имеет значения, как сильно мы будем призывать людей к молитве. It doesn't matter how hard we will be trying to call people to prayer, there will be no prayer. Для того, чтобы нам нужно очищение еще для того, чтобы Господь мог использовать нас. We need cleansing so that the Lord can use us as well. Как я бы красиво не приглашал своих друзей, американцев, как часто сегодня, ну так, очень модно говорить. Я хочу пригласить своих друзей, американцев, куда я их приглашу? Знаете, есть такое. So sometimes I want to invite my American friends, and no matter how hard I try, it's difficult. Друзья мои, не особо имеет значения, куда ты их пригласишь, в американскую церковь или в славянскую церковь. Если в сердце твоем есть нечистота, это пользы не принесет никакой. Friends, it doesn't matter if you invite them to a Russian church or American church. If your heart is not clean, it does not matter. Для того, чтобы странник, язычник, пришелец мог склонить сердце свое пред Господом, нужно, чтобы и в твоем, и в рядом стоящем человеке было очищение, смирение перед Господом. In order for a stranger to also come down to worship, you must be the one that is cleansed. Для того, чтобы очищение нам необходимо для того, чтобы в твоей и моей жизни произошло чудо. Cleansing is needed for there to be miracles in our lives. Мы все ищем, мы желаем, чтобы Господь совершил какое-то чудо в моей жизни. We all desire God to fulfill a miracle in our lives. Мы просим у Господа, Господь, благослови детей моих, меня, здоровье, дождь пошли. We ask the Lord, please bless myself, my family, my children, and send us rain. Мы читаем, что когда Господь выгнал всех продающих, we read that when the Lord, when Jesus kicked out all of the sellers, что дальше случилось? What happened next? Кто мне громче чуть-чуть? Приходили и хромые, и слепые, и дальше что? The lame and the blind and the weak came. Он исцелил их. And what did he do? He healed them. Господь может совершить чудо в твоей и моей жизни. The Lord can fulfill miracles in your and my life. Если он там будет. If he's going to be there. Если его нет. If he's not. Не может быть чуда. There cannot be any miracles. Господь не может совершить чудо в твоей и моей жизни, если храм сердца твоего не будет очищен. The Lord cannot fulfill miracles in your life if the temple, your heart, is not cleansed. Друзья, мы будем двигаться дальше. Friends, we're going to move forward. Что подлежит очищению? And what belongs to cleansing? Я имею, что нам нужно выбросить, кого нам нужно выгнать, чего нужно избавиться в нашем сердце. So what relates to that? Who do we need to get rid of? What do we need to get rid of or change? Послушайте, здесь я сделал выписку, одна Татьяна, я фамилию ее не буду называть, я ее не знаю, но она пишет в своем блоге, она иммигрантка где-то здесь, из иммигрантов, она в Сакраменто где-то живет. So I read a little article from a blog. И вот она описывает церковь. And she is describing a church, how she sees it. Алкоголизм, наркотическая зависимость, проституция. She sees alcoholism, drugs, prostitution. Зависть, воровство, прелюбодеяние. Stealing. Порнография, нечестность. Porn, lies. Раздоры в семьях, драки. Conflicts in families, fights. Унижение ближних. The lowering of your close ones. Религиозный цинизм. And religious values. Гностицизм, атеизм вообще, безбожие. There's atheism. Я не совсем соглашаюсь с то, что она там другое писала, но с этим
Надо признать. And I can't agree to everything she wrote about, but with some of these we do need to agree with. Не все это, но очень много присутствует в жизни так называемых христиан, детей Божьих. Not all of this, but some of this is present in the lives of Christians. Я не могу, я уже говорил, я не могу указывать, что тебе нужно от того или от этого очиститься, но время сегодня для того, чтобы посмотреть в своё сердце и судить себя самого. I can't point at you and tell you what you need to change, but it's the time to look into our own hearts and understand what needs to be changed. Друзья мои, Писание пишет, что Господь изгнал как продающих, так и покупающих. Friends, as it is written, the Lord, he got rid of those that were selling and buying. Давайте скажем так. Господь должен изгнать как проповедников, так и слушателей в этой церкви. So we can also reiterate and say the Lord needs to get rid of the preachers and the listeners here. Я имею в виду не выгнать реально. And I don't mean to physically get rid of you, but everyone needs a clean heart. Сегодня очищение нужно всем. Cleanliness is needed in everyone. И те, кто продают. Everyone who sells. И те, кто покупает. And those who buy. Видите, когда мы когда я читаю, что Господь выгнал из храма всех продающих и покупающих, то это говорит мне о том, что Господь, собственно, не был против самой торговли, как в принципе. So when the Lord, he kicked out all of the sellers and buyers, it didn't mean that he was against the whole process. Потому что очень часто, когда проповедуется на эту тему, это говорится о том, что вот их обдирали, обдирали, действительно обдирали, и это, с этим я согласен. And yes, of course, they did get ripped off, and I agree with that. Но суть заключается не в том, что этот бизнес вообще не должен быть, но But он должен иметь своё место. The point is not that this business should not be existing, but it just should be in its own place. В нашей жизни мы должны работать, мы должны зарабатывать, это должно иметь своё место. In our lives we do need to work and make money, but that needs to be on its own place. Кто занимается бизнесом, должен это делать, но это должно иметь своё место. Everything needs to be done, but it needs to be done at its own place. Но в каждом сердце должно быть место для Господа. But in every heart there needs to be room for the Lord. Я даже скажу так, молодые люди, вот студенты, я знаю, сколько много времени молодым людям приходится работать для того, чтобы закончить семестр один или второй, или то, или другое, или третье. And I will also say to the young people, I know how much time is put into finishing just a semester. Мне иногда жалко смотреть на молодых людей, когда они это делают. Sometimes it's hard to even look at the young people who have to do this. Друзья мои, но в сердце должен место для Господа все равно быть. Friends, but still you need to have room in your heart for the Lord. В сердце должно быть место для Господа. In your heart there must be room for the Lord. Для молодых людей я скажу, что если в вашем сердце будет место для Господа, легче экзамены сдавать. I will tell you that if you will have room for the Lord in your heart, it will be easier to pass your exams. Мы в церкви не против, скажем, Евангелия процветания. In the church we're not against growth. Но мы против того, чтобы Евангелие процветания проповедовалось 99% и ничего больше. But we are against the evangelism of growth to be preached 99% of the time and nothing else. Мы должны проповедовать Христа распятого. For example, we need to be preaching the Christ that has been crucified. Потому что он наше благословение. Because he is our blessing. В сердце нашем должен быть Христос. The Lord needs to be in our heart. В первую очередь, но не мамона. First of all, not to mammon, but to him. Все должно иметь свое место, но Господь должен иметь свое место в нашем сердце. Everything needs to have its own place, and the Lord needs to have his place in our lives. Похоть плоти, похоть... здесь я извиняюсь... Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все это присутствует в нашей жизни, но его от этого нужно искореняться. Everything is present in our life, but we do need to coordinate it correctly. Похоть плоти, жажда наживы, желание влияния, власти, власть через деньги, власть через влияние, власть через силу. So all of our desires are fleshly. И в христианах также. Financial, everything, it needs to be in life in Christians as well. Давайте мы посмотрим свое сердце. Многие и очень многие поступки в нашей жизни, они происходят по одной простой причине. Вот я хочу быть, ну, не хуже, чем другие. Let's look at our lives, for example. We say that I want to be no worse than others. Мы часто приходим в церковь и сравниваем себя с другими. Почему? We often come to church and compare ourselves to others. We ask why. Для этого ли церковь? That is that what the church is for? Церковь для того, чтобы молиться Господу. The church is for praying to the Lord. Рави Захария, есть такой известный христианский апологет современности. And Rav Zachariah, he's a famous Однажды Christian. Он имел беседу с палестинским шейхом, одним из тех, которые воюют с Израилем. Once he had fellowship with
И в беседе он сказал этому шейху: до тех пор, пока мы будем пытаться достигать денег, достигать влияния, достигать власти. So when he was having this conversation with Sheikh, he said, while we are still looking for power, money, and authority, до тех пор наши дети будут погибать на полях сражений. As long as that is continuing, that is as long as our children will be dying at the fields. Но если мы примем Иисуса Христа в свое сердце, but if we do accept Jesus Christ into our hearts, это все отойдет на второе место. It will all become secondary and our children will be with us. Итак, друзья мои, все царство грядет, сидя на ослице и молодом осле. У нас уже достаточно много времени, я постараюсь очень коротко закончить свою проповедь. We have a little bit of time left. Что необходимо для того, чтобы происходило очищение? What is needed for cleansing to be done? Вот что надо мне для того, чтобы мое сердце очистилось? Вот кто мне скажет? What is needed for me in my heart? Who can tell me what needs to be done? Этот праздник еще называют триумфальный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Все слышали this такое? This holiday is also called the triumphant entrance of Jesus Christ into Jerusalem. Я хотел бы вас спросить, где здесь триумф? I would like to ask you, where is the triumph Господь here? Господь садится на осла, the на Lord написано is на sitting осленка. On the little donkey. Это маленький осленок. It's a little donkey. Он чуть больше, чем нормальная овчарка у кого-нибудь He's здесь у нас дома находящаяся. Just a tiny bit bigger than a dog, one of those big dogs. Он сидит на этом осле, и его ноги достают земли. He's sitting on this donkey, and his feet are touching the ground. Друзья мои, какое здесь торжество? Friends, what kind of triumph Где is here? Торжественный въезд? Where's the celebratory entrance here? А я вам скажу, один из известных богословов, кажется, Чарльз Спершон, говорит, что это было торжество смирения над гордостью. What this was a triumph of humble. Друзья мои, Господь может войти и в твое сердце только тогда, когда я и ты, мы слезем с Мерседеса и сядем на осла. Friends, this can only be understood if we, for example, get off of our Mercedes and sit down on a donkey. Для того, чтобы очищение начало действовать в твоей и в моей жизни, нам необходимо смирение. In order for cleansing to be going to happen in our life, we must humble ourselves. Для того, чтобы человек признал, что ему необходимо покаяние, он должен понять, что он грешен. In order for a person to get cleansed, they need to understand that they are a sinner. Для того, чтобы понять, что мне необходимо очищение, мне нужно смирить себя и понять, что мне необходимо очищение. In order for me to understand that I need cleanliness is to understand that I need it. Сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня, говорит псалмопевец. In Psalm 50 says to create a clean heart мы, in me. Мы можем говорить вот очищение. Сколько нам необходимо очищаться? Мы поем этот псалом очень часто. We can talk about this. We read about this often. How often do we need to be cleansed? Сколько раз надо очищаться? How often? Знаете, по роду своей работы мне иногда приходится бывать в очень богатых домах, красивых. Ну просто прелесть. Because of my job, I often find myself in really nice houses. Но иногда мне приходится бывать в домах, где кто-то почему-то никогда не убирает. And then sometimes I end up in houses where I see no one even cleans. Друзья мои, если человек в доме не убирает, это самое противное зрелище, когда кто-нибудь мог где-нибудь увидеть. Friends, if someone doesn't clean in their house, that's probably the worst thing you can see. Если в доме не убирается год и там живут какие-то люди. If it is not cleaned for about a year and people live there, you can only imagine what's going on there. Друзья мои, если бы мы могли посмотреть в сердце очами и увидеть, что происходит там, если его не чистить регулярно. Friends, if we could compare our heart and it's not cleansed regularly, you can only imagine what it's like. Но это еще более ужасная картина. Then it's even a more terrifying picture. И, друзья, я не призываю сегодня никого из нас смотреть, что происходит вот в моем сердце. Friends, I'm я not calling any of us to look what's происходит. Happening in my heart. It's to look what's going on in your Потому heart. Потому что у каждого из нас достаточно духовного зрения, чтобы увидеть, что у себя в сердце происходит. Because everyone has enough of the spiritual vision to understand and see what's in your own heart.
Каждый из нас может увидеть, что мне необходимо сегодня сделать для того, чтобы очистить свое сердце от того или другого. Every single one of us can look in and see what is necessary to be cleansing our heart. Однажды, когда Иисус, это в этот же день, когда Иисус приближался к горе, то, то Лука говорил о том, when the Lord was traveling closer to the mountain, Luke said that, говорит, что он посмотрел на этот город и заплакал. He looked at the city and he cried. И почему он плакал? And why did he cry? Он плакал, потому что его не приняли? Is it because they didn't accept him? Или он плакал по какой-то другой причине? Писание говорит, почему он плакал. The scripture tells us why. Who can tell me? Кто скажет, почему? Who can tell me why? То не узнали время посещения. И дальше он говорит, почему? And further he says why? Потому что придут времена. Придут бедствия. Because there will come a time when disaster strikes. Придет ужасное время на этот город. A terrible time will come onto this city. По причине того, что они не приняли Господа. And the reason is because they have not accepted the Lord. Друзья мои, если в сердце твоем не найдется места для Господа, friends, if there will not be any room for the Lord in your heart, если там начнет собираться больше и больше мусора, грязи, the more trash is filled up in there, то Господь плачет. Then the Lord cries. Потому что Он знает, что приходит в твою жизнь. Because He knows what happens in your life. А он ничего не может сделать. But he can't do anything about it. Он ничего не может сделать, потому что ты не упускаешь его в свое сердце. He can't do anything about it because you don't let him into your heart. Какие-то воши, какие-то блохи заведутся в твоей жизни. Still have some kind of fleas and lice. Враги обложат тебя. He can. Разрушат твою жизнь. They will ruin your life. They will ruin your family. Уничтожат тебя. They will destroy you. Нам необходимо очищение. It is necessary for us to be cleansed, friends. Я приглашаю вас для заключительной молитвы. Давайте мы встанем на наши ноги. Friends, I'm calling you for our final prayer. И сейчас у нас время молитвы. And right now we'll have a time of prayer. Здесь есть служители. We have ministers. Знаете, время перед Пасхой, оно в христианском мире считается время очищения Великого Поста. You know, the time of Easter is the time when we can all be preparing ourselves for cleansiness. А вот эта вот пасхальная неделя, она в христианстве, она вообще считается неделя исповеди. And this whole week is actually a week of repentance. Когда люди приходят к служителям и исповедуются, и рассказывают, о чем, почему они хотят очиститься, от чего они хотят очиститься в своей жизни. When people come to ministers and then they confess their what they're Сегодня время благоприятное. Сегодня каждый из нас, мы имеем возможность прийти, склониться перед Господом. Господи, очисти меня. Right now is the time that we can come before the Lord and say, Lord, cleanse me. Кроме всего прочего, я хочу сказать, друзья, напомнить нам о том, in addition to that, I'd like to remind us all, что Писание нас учит, что перед хлебопреломлением, that the scripture teaches us that before Holy Communion, каждый из нас мы должны осуждать себя. Every single one of us, we must judge ourselves. Мы должны анализировать свою жизнь. We must analyze our lives. Чтобы наказание, оно не пришло в мою жизнь, чтобы благословение Господне пришло в мою жизнь. So that there will not be punishment in our lives, but blessings in our lives. Сегодня время, когда я и ты, мы можем во время этой молитвы там, где ты находишься, или ты желаешь, имеешь желание выйти наперед, склониться перед Господом и впустить Его в свое сердце. Right now is the time where you can come to the Lord and bow down before Him and come to Him and allow Him to enter into your heart. And He will cleanse you. He knows how to do it. Молимся, друзья. We pray.